Здоровый город – город равных возможностей, с благоприятной средой, отвечающей ожиданиям и потребностям жителей. Таким мы хотим видеть Новоульяновск – город-спутник Ульяновска, выросший в 1957 году вокруг цементного завода, возведение которого было объявлено комсомольской стройкой. Муниципальное образование город Новоульяновск – это 6 населенных пунктов с территорией почти 25,5 тысяч гектаров, более 18 тысяч жителей. Центр производства строительных материалов. Цементный завод по-прежнему является градообразующим предприятием. Сегодня здоровье признано главной движущей силой и ресурсом социального и экономического развития. Именно поэтому в муниципалитете, наряду со строительством и промышленностью, активно развиваются парковые и рекреационные зоны. Живописное Волжское побережье – любимое место отдыха новоульяновцев, неиссякаемый источник здоровья и отличного настроения. В приоритете муниципальной власти благоустройство существующих и создание новых инфраструктурных территорий и объектов. Жители Новоульяновска активно принимают участие в реализации программы «5 шагов благоустройства», цель которой – улучшение физического, духовного, социального, экологического здоровья и благополучия. Новоульяновск, по словам жителей и гостей, стал одной из самых аккуратных и уютных территорий региона. Тихие чистые дворы с огромным количеством цветов, детскими площадками, малыми архитектурными формами, зачастую изготовленными руками самих новоульяновцев, картина, ставшая привычной в последние годы. В Ульяновской области открыт первый в стране ветропарк, рассматривается еще 3 перспективные площадки под аналогичные ветропарки альтернативной энергетики. Одна из них в Новоульяновске. Среди приоритетов новоульяновцев – строительство благоустроенного современного жилья для достойной, комфортной, здоровой жизни. Успех в деле укрепления здоровья населения, профилактики болезней зависит от уровня развития физической культуры и спорта. Численность занимающихся в спортивных сооружениях и на площадках муниципального образования в 2017 году составила около 6 тысяч человек. Большое внимание уделяется духовному воспитанию населения. Мероприятия гражданско-патриотической направленности, светские духовные праздники традиционно привлекают жителей и способствуют укреплению духовного здоровья подрастающего поколения. Замечательные новоульяновские дети – наше будущее, и от нас зависит, каким оно будет. Именно поэтому развиваем политику здоровья по всем направлениям. Формируем на территории муниципального образования здоровьесберегающее пространство. В послании президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию говорится: «Основа могущества государства – люди. Поэтому решительный прорыв нужен прежде всего в сбережении народа». В наших силах сделать Ульяновскую область здоровым регионом.